Добро пожаловать в Инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Темная башня». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Оно! В маленьком городке Дерри в штате Мэн семеро детей, известных как клуб неудачников, сталкиваются с чудовищем, способным принимать форму клоуна по имени Пеннивайз. Отряд самоубийц 2016 года. Правительство решает дать команде суперзлодеев шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют на миссию, где они, вероятнее всего, погибнут. Охотник за привидениями. 30 лет назад охотники за привидениями спасли Нью-Йорк от нашествия призраков, но теперь городу вновь угрожает опасность. Былые герои не могут стать на его защиту, но находятся и другие отважные люди, всю свою жизнь посвятившие изучению паранормальных явлений. Эбби Йетс объединяется с Эрин Гилберт, пожалуй, лучшим специалистом в квантовой физике, и вместе они собирают команду новых охотников за привидениями, в которые принимают отличного инженера Джиллиан Хольцман, сотрудницу метрополитена Пэтти Толан, знающую город как свои пять пальцев, и секретаря, настоящего красавчика Кевина. Вместе они начинают борьбу с нечистой силой, терроризирующей мегаполис. Терминатор. Генезис. 2015 года. Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержанта Кайла Ривза назад в 1984 год, чтобы защитить Сару Коннор и спасти будущее, неожиданный поворот событий создает разлом во времени. Сержант Ривз оказывается в новой, незнакомой версии прошлого, где он встречает неожиданных союзников, в том числе Терминатора, новых опасных врагов и новую миссию – изменить будущее. Джанго освобожденный. 2012 года. Эксцентричный охотник за головами, также известный как дантист, промышляет отстрелом самых опасных преступников. Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого, и желательно не очень дорого? Беглый раб по имени Джанго – прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы, кое с чем надо разобраться. Книга Илая. После мировой катастрофы Америка превратилась в выжженную пустыню. По бескрайним дорогам, кишащими бандитами, враждующими между собой за воду и еду, странствует мудрый Илай. Однажды он прибывает в мрачные края, где когда-то была цветущая Калифорния, а теперь это сущий ад, где бесчинствует тиран Карнеги. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!